Так. Это тут наш лес. Сейчас посмотрим зарубки. Таких деревьев у нас очень много. Очень много. Они все. Вся вот эта поляна вот в таких вот зарубках на деревьях. И видно, как течет, вытекает смола. Я председатель СНТ проектировщик Цыкин Татьяна Игоревна. Не знаю. Тихо! Мы организовали инициативную группу, которая была удивлена тем, что сначала обнаружены были метки, и потом по факту раскрутки выяснили, что здесь планируется глэмпинг-парк. Поэтому инициативная группа организовала встречу. На ней сейчас присутствует руководитель этого проекта Андрей Коровин, руководитель Воскресенской администрации Попов. Уважаемый товарищ, добрый день. Один из ПАОС. Ну, тихо, что ли? Погромче, пожалуйста, говорите. Глава Воскресенского района, как раз вот село Усов входит Воскресенского района. Действительно, мне стало известно о том, что многие жители дачных массивов СНТ, Цунами, СНТ, проектировщик, да, Кварцель, проектировщик, возмущаются относительно планом строительство глэмпинг-парка, который был изначально анонсирован вместе с комитетом по инвестициям Саратовской области. Поэтому мы приехали сегодня провести с вами встречу для того, чтобы определиться и понять. Вот. Самая главная цель нам надо достичь, да, чтобы все остались довольны. Сложно, я чувствую, но будем к этому стремиться. Значит, представлю, Андрей Коровин, инициатор этого проекта. Самое удивительное, я вам сейчас сразу скажу, что вот эта земля, на которой мы стоим, она находится в собственности у этого человека. Да. Значит, товарищи, давайте вот сейчас проговорим. Да. Я также сейчас вот задавал вопрос Андрею, как он приобрел и так далее. В свободном доступе эта земля продавалась через там информационные ресурсы. В собственности, оказывается, она находится уже с 2008 года. Ну, статус земли какой? Сразу говорите, статус поэтому, земли. Товарищи, давайте мы сейчас вот предоставим. Оставим слово Андрею, да? И ну, хотелось бы, чтобы у нас встреча прошла без руганий, нормальной, дружелюбной, конструктивной обстановкой. Принимается? Спасибо. Давай, Андрей, пожалуйста, слово. Ну, давайте немножко прояснить, да, ситуацию. Если мы посмотрим... Погромче, пожалуйста. Прекрасно. Если мы будем потише, будет лучше слышно. От газовой трубы до шлагбаума вся эта земля разделена в соответствии с публичной кадастровой картой. Вы можете это посмотреть. На 8 или 9 участков, которые находятся в частной собственности. Инвестор, который вкладывается в этот проект, приобрел всего лишь 2 участка из них. Остальные 7 участков к нам не имеют никакого отношения, но они также находятся в частной собственности других лиц. И это все происходит с 2008 или 2009 года, потому что собственник, у которого были приобретены наши участки, они были в его собственности ориентировочно с 2009 года. То, что люди до этого не строили здесь или еще что-то не делали, это уже вопрос не к нам. Мы приобрели эти участки в прошлом году, конечно. Сейчас я просто скажу, потом перейдем к вопросу. Да, давайте уже потом к частной истории. Сейчас мы ведем проектные работы по подготовке строительства. И те метки, которые вас напугали, это была съемка земельного участка, чтобы на схеме у нас было каждое дерево отражено. Мы понимаем, что в рамках того участка, который мы уже отсняли, находится 344 дерева. И всю коммуникацию мы будем прокладывать таким образом, чтобы их не повредить, чтобы разместить объекты между деревьями. Потому что концепция глэмпинга, она подразумевает как раз-таки размещение в экологической, естественной среде. Это да, да. На данный момент подразумевается, что в рамках вот той территории, которая находится по правую руку от нас, будет размещено 4 объекта для проживания и 1 объект для персонала. Соответственно, площадь там составляет порядка 20 соток. Значит, это первая очередь застройки, которая планируется. Вторая очередь застройки – это еще где-то 3-4 объекта на втором участке. Он такой же идентичной площади, и также туда планируется где-то 4 объекта для размещения. Имеет ли значение сейчас
чиновники, на них запрещена коммерческая деятельность. Каким образом? Сейчас ультраварный банк – это коммерческая деятельность. Что будет разрешено? Давайте Отойдемте. Немножко руку пошире сделайте. Сейчас, я не знаю, градушку. Хорошо. Зачем вам такая тогда территория? Вы ее хотите взять в муниципальную собственность? Мы не говорим об этой территории. В муниципальную собственность мы хотим попросить дополнительную землю, которая расположена за границами частной собственности. Хорошо. Что вы хотите? Которые мы хотим там разместить просто зоны отдыха, рекреационные зоны. А нам где отдыхать? Качели, веревочные парки, детские площадки, которые будут в общем доступе. Эта зона будет иметь ограждение. Нет, эта зона не будет иметь ограждение. Ограждение будет иметь только зона проживания. На территории какого дачного кооператива размещены эти вот? Вот здесь, вот за спиной. Я не знаю, что это. Парк, не парк. То есть на вот этой поляне никаких палаток, ничего не будет? Поляна не является нашей зоной. А деревья конечные, почему? Да, почему помечены деревья? Еще раз объясняю. Будет ли вырубка леса? Еще раз объясняю. Нет, для тех, кто не слышал, уважаемые, деревья были помечены для того, чтобы инженеры составили геодезический план участка. Это нам это не надо здесь. Как вы собираетесь это здесь позитивно отдыхать, когда все дачники вас ненавидят просто, будут ненавидеть всех? Конечно, мы приезжаем. Понимаете, мы сюда ездили 38 лет, вот лично я ребенка уже не отпущу, блядь, потому что у вас... Кто будет приезжать сюда, и я свою девочку не отпущу. А дальше у нас покоя просто. И все, у нас много детей, земли вон там. Вот, где вы еще здесь собираетесь? Мы не хотим, чтобы вы тут строили. Вот и все. Почему делать? А где вы собираетесь искать в другом месте? Мы потратили. За деньги. За деньги, да. С одной стороны, сложившийся уже десятилетиями вот образ жизни здесь, да? С другой стороны, человек, который купил земельные участки, которые находились в свободной продаже. Ну, ладно, это кооператива, надо спрашивать у участников кооператива, хотят ли они это соседство. С тем планом, чтобы построить Глэмпинг. Правильно? Вот давайте так. Давайте так. Вот у нас две ситуации. Для того, чтобы нам сохранить вот статус-кво, чтобы и да, у нас жители дачных массивов остались довольными, да. И вот теперь с человеком надо понять, что ему как, строить или не строить. Мы с вами сейчас вот мнениями обменялись, ну как бы ситуация понятна, да, настроение большинства понятно. У нас остался один единственный, вот, да, одно место, это лес. У нас его заберут. Вы же сейчас построите здесь, вы обнесете забором, правильно? Сказали, что нет. Давайте, послушайте, пожалуйста. Вот сейчас данность такая. Вот эти земельные участки оформлены собственниками. И вот именно это обстоятельство породило последующую проблему. Вот я поэтому и вам предлагаю. Для того, чтобы проблему сегодняшнего дня решить, ее надо отматывать сначала. Но это надо, для этого надо, да, собраться со всеми контрольно-надзорными органами и разбирать ее. Выходить в суд и так далее. Что вы, у меня полномочия, что ли, контрольные? Ну что вы прям это? Ну я же не прокурор, что же? Ну пока я здесь, пока не посадились, слава богу. Ну как оно, мне самому это интересно, почему такое произошло? Я же это просто не знаю. Я не знаю. Я за эти вещи, я их не вижу. Мы должны были подготовиться.
Воздержитесь, воздержитесь, пожалуйста, от обвинений. Решался вопрос о строительстве в Глэмпинг парке. Действительно был там в феврале месяц, зимние месяца. Человек приезжает и говорит: я собственник, я выкуплю. Хочу сделать. Хорошо. Как администрация будет против этого? Собственник. Собственник. Два участка. Теперь, вот послушайте, пожалуйста. Я продолжаю дальше. Продолжаю дальше. Сейчас. Ну, надо посмотреть, там много заявок находится. Давайте дальше. Сейчас все собственники дают участку, правильно? Ну, приехал человек, делился планом. Это вызвало народное возмущение, правильно? Ну, он начал это, там, отключать деревья, все увидели. Вот моя задача, чтобы вот это вот недовольство, нет, чтобы недовольство все снять. Вот моя задача. Я на этом участке проектирую 40 лет. Кстати, близко очень к этому новому объекту. Отец участник войны, всю войну прошел, сын погиб в Чечне. Сейчас мне такие большие неудобства из-за вот этого, то, что у вас тут происходит. Мы не знаем точно, что там у вас. У меня не к вам вопрос и не к вам ответ. Я обращаюсь ко всем жителям. Прошу вас создать инициативную группу. Параллельно они готовят свои документы, а мы у кого с кем, где связи есть, пожалуйста, свои будем писать и все узнавать, конечно, досконально. Конечно. Потому что на самотек это пускать нельзя. Не конечно. Если мы сейчас не отстоим, потом все на лес. Если что-то начнется, потом будет бесполезно. Мы исключим, мы на самом начале а потом нам скажут, а я здесь не собственник, я застройщик, я работаю. Поэтому мы с вами сейчас в открытом диалоге встречаемся. Да. Активных жителей, кто посвободнее, потому что там, чтобы там работать и так далее. Но мы здесь Белшанку проведем. Вот. Собрание. Что не скажешь, для того, чтобы дать свои советы. Мало того, со временем еще и к Волге не пугали. Я собираю всех ответственных должностных лиц, кто принимает решение. Прокуратура, полиция, регистрационная служба, которая делает Министерство природных ресурсов, разрешало у нас отчаять. Еще мы посмотрим, кто у нас, какие у нас по тематике вопросы. И все, и будет пожарная, значит, МЧС, да. И мы тогда все эти в рамках этой рабочей группы мы разбираемся. Министерство инвестиций сотрудничает, Андрей. И мы все эти вопросы разбираем. Встречаемся с вами, товарищи, здесь же. Здесь же. В течение недели.
предстоящего понедельника до пятницы включительно, мы большую часть вопросов должны проработать. То, что у нас уже появляется, мы субботу встречаемся, доводим до вас. Я вам могу пообещать точно, пока мы все вот эти спорные, проблемные вопросы не снимем, строительство не начнем. Вы понимаете, даже если вы их снимете, спорные вопросы, все равно людям от этого ваш проект не понравится. Люди против. Смотрите, когда мы к этому вопросу подойдем, да, тогда мы его уже там досконально обсудим. Уже поздно, сейчас мне вообще надо... Нет, сейчас землями надо понять. Землями надо понять, как они вообще в собственности оказались. Вот кто их оформил, кто их продал. Извините, если это с 2008 года длится... Где были все надзорники? Поэтому мне вот это интересно. А мы сейчас ответов на эти вопросы нет. Татьяна Игоревна, да, пожалуйста, все. Прям вот сейчас мы закончим, мы с вами пойдем сейчас, то, что мы вам говорили, то, что недельника начинаем вот эту работу.